Я про что? Достаточно ли, так сказать, клапанов, социальных лифтов, коридоров власти, в которые может зайти молодой человек и реализовать свои политические, в том числе, амбиции? Ну, безусловно, да. И у нас вообще в целом не только на Брещине, а в государстве созданы условия для развития молодежи и, как вы сказали, социального лифта, да. То есть, если ты желаешь себя проявить в Союзе молодежи или же в молодежном парламенте, действительно, исполнительная законодательная власть идет тебе навстречу, и отрадно то, что вот помогают. Да? Если есть какие-то идеи, проекты у молодых людей, они об этом заявляют, они знают, куда заявлять. Угу. Ну, я имею в виду в тот же Союз молодежи. Ну, то есть есть куда, конечно, самое главное. Конечно, конечно, да. И их в любом случае заметят.